больше. В процентном соотношении 59% кругов Смит. И вот сейчас было опасно. Попов шел на дубль, но нет. Нет пока. Угу. Главное сейчас без нервов, спокойно. Выбить мяч. Что и делает Илья Исаев. И вперед в атаку. Выбьем. Попробовать пробить, забить. О, как опасно, Исаев. Браво, Илья Исаев. Спасает свою команду. Он видел, конечно, этот удар, но это не отменяет. Красивый прыжок и спасение. Я думаю, спасибо коллегам. И контратака. Севгу. Ищи Ргувк Смит. Сейчас головой. Спокойно. Илья Исаев забирает мяч и отправляет его далеко вверх и вперед. И Исаев, браво! Дотянулся до мяча Илья Исаев, кончиками пальцев достал. Не просто ему было. Мокрый сквозь мяч. Все игроки Севгу понимают. А футболисты с ГУСа, я так понял, не собираются сбавлять обороты. И вы посмотрите, какой момент сейчас тащит вышедший на замену Илья Исаев. Игроки Смоленска мяч перехватывают, проводят свою атаку. И сейчас успеет или нет? Успеет или нет? Все-таки успевает. И вновь потрясающий сейв от Ильи Исаева. Здесь...